вечная память, вечная слава воинам, героям нашей армии, полиции, спецназ России, лучшие в мире, жизнь отдавшим за нашу Родину. Вечная память и слава Акимову Александру Григорьевичу, пасечнику Леониду Ивановичу, Перекидному Виктору Павловичу. Вечная память и слава. Мы свято помним, чтим все имена всех воинов, героев, жизнь отдавших за нашу любимую Родину, отцов и матерей, сынов и дочерей. И мы, не Черометлицкие, со всем личным составом нашей доблестной непобедимой армии, МВД, ФСБ, полиция России, лучшей в мире, со всеми россиянами, очень просим Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Все высшие награды Путину, Мишустину, Медведеву, Бортнику, Колокольцеву, Шойгу, Герасиму, наш Россия, наш президент, Цыбину, Воробьеву. Вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на веках.